теперь я буду мариновать свинину. Вот у нас шею, я ее порезала. И буду для маринада использовать луковицу, но у меня их будет 4. Потом лимон и корень имбиря. И заодно посмотрим, как будет тереть новая терка наша. Так, почистила лук пока, имбирь еще не чистила. Сейчас я его колечками вот такими порублю. Может, мне что-то режет очень хорошо. Я надеюсь, что это будет надолго. Выдавила сок лимона. Вот эти вот лимончики так и оставлю. Они для маринада. Как раз то, что нужно. И сейчас вот такие вот колечки луковые покрошу. Все это перемешаю и будем тереть имбирь. Почистила имбирь, уже попробовала потереть. Ну, смотрите, терка острая. Хорошо, в общем-то, натирает. Вот. Прям меленько так, мне нравится. Вот здесь такая имбирная кашица. Вот сейчас я это все вот так вот смахну туда. Ну и потом будем перемешивать, жмакать, в общем, как положено. А так очень даже удобненько. Итак, вот я натерла имбирь. У меня на самом деле, если честно, 2 миски. Поэтому я то одну снимаю, то другую. Так, лук у нас, лимон, тертый, ой, имбирь. И сейчас я еще буду сюда добавлять соевый соус и мед. У меня в целом 3 килограмма мяса. То есть я вот кладу по, ну типа того, 2 столовые ложки на вот такую вот порцию. То есть на 1,5 килограмма. Сейчас в другую пойду положу. Теперь сюда соевый соус. Я бутылку поделила на 2 части. Ну, честно говоря, мне ее мало. То есть мы немного не рассчитали. Должно было быть побольше. И теперь я это все перемешаю. И оставлю на несколько часов. Мы уже такой рецепт пробовали. Если делать где-то через 1–1.5 часа, этого маловато. То есть надо хотя бы вот в этом вот маринаде держать 2 часа. Лучше 3. Ну, первую порцию, я так думаю, мы уже через 2 точно запустим. Так, мы начинаем жарить наш шашлык. Имбирь, вот они. Наверное, так не видно. Ну вот, вот кусочек мяса висит вот на этой вот ворсинке. Это имбирь. Сейчас пожарим, посмотрим, что получится. В первую очередь перевернуть, чтобы он запекся, и жир, который есть в нем, не вытекал. Да? Конечно. Шашлык у нас готов. Он там у нас лучок. Смотри. Ну-ка. Видишь, крови нет уже? Нету. Все. Значит, пора кушать? Нет, пора еще его в кастрюле подержать. Ну, шашлык тоже будем. И торт. Да, достаю. Есть. А, вот это самое. В несколько слоев. Сейчас будем пробовать. Морозил.